Ищешь онлайн-игры, браузерные или полноценные десктопные? Для зрителей нашего канала действует ряд бонусов и привилегий в некоторых из таких игр. Эти бонусы активируются при регистрации по ссылкам, которые вы можете найти под видео. Некоторые из них будут доступны вам сразу, а некоторые откроются через 40-60 минут игры. Кликай, регистрируйся, играй! Разработчики Star Conflict, небезызвестной игры, являющимся эдаким космосивом, хотя по факту выступает скорее экшеном в космическом пространстве, выпустили новое обновление, в котором добавили возможность зарабатывать галактические стандарты, которые являются в игре аналогом реальных денег. В игру ввели систему торговли между игроками, которая послужит новым источником заработка для расширения и пополнения космического флота премиумными кораблями. В рамках новой системы игроки смогут продавать друг другу редкие предметы. За заработанные галактические стандарты можно будет приобрести премиумные корабли, премиумный аккаунт и или приобретение редких предметов у других игроков и ускорение создания боевых модулей, а также новых типов оружия. Средства также можно направить на покупку чертежей, деталей и других необходимых ресурсов для космических кораблей. Вместе с тем игроки смогут купить детали для крафта уникальных космических кораблей, которые можно было получить только во время проведения специальных акций. К примеру, игроки, которые пропустили новогодние события, смогут за заработанные средства собрать редкие штурмовики, такие как Gargoyle и Dart. Движение разработчиков в сторону привлечения инвестиций со стороны не слишком активных пользователей является хорошей маркетинговой политикой, которая позволит им привлечь к своему проекту дополнительные средства и даже новых игроков. Однако среди играющих казуалов, возможно, появятся недовольные этой системой люди, ведь в таком случае за реальную валюту можно будет приобрести себе все самое лучшее в игре, что, разумеется, переставит баланс силы, и, как обычно, геймеры, которые донатят в игру, получат явные преимущества. С другой стороны, для тех, кто верит, что на играх можно неплохо заработать, появление подобной системы станет хорошим подспорьем. Сказать честно, я знаю несколько примеров из своих знакомых, которые реально зарабатывают, играя в игры, продавая внутриигровые ценности, при этом имеют весьма неплохой доход. К слову, хотелось бы напомнить, что разработчики Star Conflict являются партнерами нашего канала, и тем, кто регистрируется в игре по ссылке в описании, уготованы специальные бонусы. Поэтому welcome! Ставьте лайк, если понравилось видео, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики по игровой индустрии. Также не забывайте заглядывать в описание к ролику, там для вас уготованы бонусы. До новых встреч, а новых видео. Всего хорошего, пока-пока.